В Сергиевом Посаде сотрудниками полиции раскрыта кража столбов на сумму более 100 тысяч рублей. В дежурную часть ОМВД России по Сергиево-Посадскому району поступило сообщение от 66-летнего местного жителя, который является директором одной из местных организаций, о краже 12 железобетонных столбов в деревне Варканово Сергиево-Посадского муниципального района. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей. Сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 41-летний местный житель. По данному факту отделом дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В Сергиевом Посаде сотрудниками полиции раскрыта кража телефона. В дежурную часть ОМВД России по Сергиево-Посадскому району поступило сообщение от 38-летнего местного жителя о краже сотового телефона. Сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей. Сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 42-летний местный житель. По данному факту Следственным управлением ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.